Друзья, всем привет! С вами интернет-магазин antilife.com.ua. Сегодня буду записывать для вас такое видео, в котором вы сможете увидеть следующее. Вы сможете увидеть распаковку посылки. Это посылка из Алиэкспресса. Заказывали мы деталь для человека. Вы сможете увидеть наш новый свет. Вот такой вот он, беленький, красивенький. Как по мне, выглядит гораздо лучше. И также я вам расскажу, как получать посылки из Китая, получать посылки непосредственно через AliExpress, как их распаковывать, для того, чтобы обезопасить себя от любых всевозможных неприятностей, связанных с продавцом, или с некачественным товаром, или с разбитым товаром и тому подобное. Во-первых, хочу сказать, что мы заказываем детали через AliExpress со своим интересом для любого клиента, для любого человека, который к нам обращается, под 100% предоплату. Немножко будет дороже, чем на Али. Если вы не разбираетесь, если вы не умеете, можете смело заказывать через нас. Мы привезем любую запчасть без проблем. Мы ее распакуем, проверим и уже отправим вам. Либо же вы можете обратиться к нам полностью с установкой, вы можете отправить к нам телефон, и мы вам полностью установим рабочую модель и вышлем вам уже полностью рабочий телефон, а не телефон и запчасть отдельно. Итак, давайте распаковывать, и по мере распаковки я вам буду рассказывать, как же мы проверяем вот такие вот посылки или иногда даже товар с Алиэкспресса, чтобы не быть обманутыми продавцами. Во-первых, основное правило при распаковке — это все записывать на камеру. На камеру записываем мы все непрерывно, одним кадром, чтобы не было никакого монтажа, не было никаких дополнительных глупых вопросов. Распаковка начинается с внешнего вида коробки, что коробка целая, что это именно наша коробка, вот такой вот трек-номер, что это мы ее именно заказывали, что они нам этот трек-номер дали. Далее на камеру я просто распаковываю эту посылку, в данном случае вместе с вами. Распаковываю, показываю на камеру опять же содержимое этой посылки. Если это запчасть, то идеальным вариантом является, ну, обычно заказываются что? Конечно же, заказываются обычно экраны, то есть та деталь, которая наиболее часто ломается при падении и подобное. Стекла, тачскрины, вот в этом случае это у нас тачскрин на THL V8S. Так вот, идеальным вариантом является тот, когда у вас уже лежит подготовленный телефон без экрана, снятый, и вам на этом же видео нужно просто без монтажа его, вот экран, больше в принципе в коробке ничего нет. Вам нужно без монтажа этот экран подсоединить к телефону, если это тач, проверить на камеру тач, то есть то, что оно действительно работает. Если это экран, чтобы он отображал изображение, картинку, ну и собственно, если это модуль, то и экран, и тачскрин одно целое, нужно проверять все на камеру. В общем, вот это вот основная наша фишка, да, я думаю, и у всех тех, кто получает запчасти или товары через AliExpress, то, что нужно на камеру полноценно проверять. И до того момента, когда на AliExpress заканчивается с продавцом время доставки, вы можете делать с этим продавцом все, что хотите абсолютно. У нас были случаи, когда приходили нерабочие модуля. Мы, соответственно, снимали, естественно, снимали вот такие вот видео. Мы просто показывали это видео, открывали диспут. На видео показан полный процесс от вскрытия посылки со всеми вот такими вот циферками везде, где только это можно. И вплоть до подключения этого всего дела к телефону, и он был нерабочим. Мы просто-напросто писали к продавцу, отправляли ему посылку. Когда трек-номер трекнулся, нам вернули полную стоимость, даже до получения посылки самим продавцом. То есть можно было вообще все что угодно положить в эту коробку, но там уже отзывы и тому подобное. В общем, вот это вот основной смысл, как получать правильно посылки из AliExpress. Тачскрин вроде бы целый, все циферки я везде снял, еще его нужно будет проверить на
работоспособность, но вроде бы целый, вроде бы все в порядке. На этом будем заканчивать. В принципе, я вам все рассказал. Такой основной гайд по получению посылок с Алиэкспресса. С таким видео вы никогда не останетесь в обиде. И если продавец вас обманул, выслал некачественное, или, не дай бог, посылка разбилась во время пути, но, как вы видели, что с вот такой вот штукой, с вот такими вот пупырчатыми бумагами, ну, очень-очень редкие случаи, когда посылка может прийти разбитая. Даже пусть ее будут бусать, пусть ее будут кидать, ничего с ней в таком режиме не случится. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго.